Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Добиралась она сюда около 10, ой, прошу прощения, около 30 дней. Вообще, в последнее время доставки очень расстраивает, так как все происходит очень долго. С задержками, как на украинской почте, так и на различных там почтах Нидерландов. Сингапура, если Сингапур раньше доходил сюда за 2 недели, то сейчас это занимает месяц, то и больше. Оценена в 5 или в 6 долларов. На самом деле стоимость 8 баксов. Это с часы. Сейчас мы распечатаем, раскромсаем нашу бандероль и посмотрим, что нам китаец прислал. В первую очередь мы видим визитку. Вот такая вот визитка с QR-кодом. VIP-визитка. Ну и тут, скорее всего, просьба о том, чтобы поставить 5 звезд. Ну и посмотрим непосредственно часы. Запакованы они вот в такую вот пупырку. И вот в таком пакетике. Куран. Название. Waterproof. Ну, в общем, фигня полная коробочка. Есть вот такая вот, помимо часов, еще бумажка. Думал, книжечка, ничего. Нет, что-то раскрывается. Вот такая вот, мелким шрифтом здесь что-то написано, которые нас совершенно не интересуют. Ну и вот сами часы вот так вот выглядят. Вот такие вот часики. На ощупь довольно-таки приятно. Приятные. На картинке выглядели они более черного цвета. Здесь какой-то вот с отливом такой черный цвет. Ну так, в принципе, часики прикольные. Здесь вот есть вот такая вот перемычка для того, чтобы не запустить часы. Вот она у меня упала. И вот такой вот браслет вот. Вот с такой защелкой. Вот так защелкивается. С двух сторон нажимаешь, открывается. На браслете гравировка, надпись, название фирмы. Ну и одену на руку, посмотрю, как будет выглядеть на руке. Вот так вот выглядит на руке. Часы симпатичные. Секундная стрелка, как видите, идет. Ну, браслет, естественно, надо укоротить. На этом все. Кому интересно, ссылку в описании приложу к часам. В принципе, часы неплохие. Кому интересно, можете смело заказывать. На этом все. Всем спасибо. Пока.